Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня снова серия на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Мы здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить паник по регистрации. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня, пацаны, будет необычная серия, потому что таким я еще не занимался. Это получилось вообще спонтанно, на самом-то деле. Я записывал серию, получается, помощь Рыжику. Купил машину специально для Рыжика. И на протяжении там нескольких часов я записывал эту серию, но у меня не получалось найти человека, который могу подарить эту машину. И так получилось, то, что я там спешил и проехал на два красных. И за мной, короче, поехала полиция, и получилось очень даже интересно и смешно. Я жестко, короче, их загрузил, потом была погоня, и я вам предлагаю сегодня это все посмотреть. Серия, конечно, получилась не очень длинная, но я думаю, вам она реально понравится. Поэтому, пацаны, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Бля, пацаны, я его нашел, короче. А нет, это не он. Блять, я думал, это он. У него, короче, где-то тут крашило. Я через ID посмотрел, Назар. Но я не помню, какой именно, череп Назар или какой у него там ник был, я вообще не помню. Какой, блядь, обочине по встречке ездите, блядь, говорит, как обочине. Ну, причина, блядь, остановки, говори нахуй мне. Причина остановки, понимаешь, что ты два раза пересек двойную скорость. А ничего, что у меня, сука, въебался чувак на BMW, блядь, ты этого не видел, наверное. Я видел, мы за тобой ехали. Ну и шо, блядь, меня въебались, ну где, а чё вы его не ловите? Рабочий, он по встречной полосе ехал, да? И меня въебался. Ну тебя ебёт, мне штраф дали и всё, ебать. Ехал. За мной они ехали, блядь. Бля, идите нормальных людей лучше ловите, вы не заёбуйте меня. Рабочий. Хуёчни, блядь, я у людей работы, нахуй. Ну и шо, я поеду дальше, и чё, блядь. Бля, они думают, они меня словят, типа, и чё? Ну я поеду сюда, например, вот. Бля, они такие тупые просто, эти мусора, я серьезно, я в шоке. Блядь, меня чувак тупо по встречке въебал на BMW. Они ему ничего не сказали, они поехали за мной зато. Бля, обратно за ко мне они приебались, короче. Сейчас бы не догонять меня, ебать. Ну, давайте, давайте, погоняемся с мусорами, пацаны, хули нет, ебать. Давайте, ебать. Опа, нахуй. Давай, давай, давай. Догоняй, ебать. Опа, нахуй. Опа, нахуй, доебал. Они меня проебали. Ебать, они, конечно, ложки, пиздец. Я просто в ахуе, серьезно. Они просто меня потеряли, пацаны. Вот так надо от мусора уходить, просто красиво. Бля, надеюсь, меня сейчас не посадят, потому что это будет пиздец. Ебать! На нахуй. Вот это я, конечно, баклажан. Вот это я, конечно, баклажан. Пизда. Сейчас ебанет. На нахуй. Но ничего страшного, эта тачка далеко припаркована. Пиздец, ебать, я, конечно, устроил веселье, пацаны. Так, вон они бегают за мной. Так, оп, через забор, нахуй. Походу, эту тачку я буду дарить уже в следующий раз. Так, давайте назад бежим. Назад. Так, назад, ебать. По педалям назад даем, ебать. А я тут уже не запрыгну назад, короче. Да, не запрыгну. Короче, я тут катаюсь, тут мусора стоят, у меня две звезды. Вот, одна машина, вторая машина, третья машина, ебать. И хуй кто ко мне приебался, нахуй. Так, сейчас потихонечку едем, ебать. Потихонечку сейчас туда-сюда, нахуй. Возможно, меня заметят, я не знаю. Просто я решил еще их подразнить немножко. Его выкинули с машины. Будет контент. На, нахуй. Вот это я их уебал. Так, поехали дальше. Опа, ебать, здрасте, нахуй. И улетел просто. Так, конечно, делать нельзя, пацаны. За мной не повторять, это чисто ради контента. Короче, пацаны, ФСБшники стоят. Я вот думаю, что с ним можно такого сделать. Сейчас будет, наверное, интересно, да? Или нет? На, нахуй. Ебать, вот это я, конечно, дал жару, нахуй. Так, репкар. Репкар. Все, ебать, поехали дальше. Ебать просто, пацаны. На ламбе можно такие финты просто крутить.